Всем привет, это Брайан Моран. Сегодня я вам расскажу про то, как можно смотреть свои циклы на iPhone, на iPad, на iPod. Ну, где-то на iOS 7, iOS 8, iOS 9. Приложение называется Battery Life. Когда набиваете Battery Life, вот такая вот иконка у меня должна будет вылезти. Вот такая зеленая иконка. Приложение, не знаю, как я додумался до этого, не знаю. То есть я... где? Уже батареи на 2% умирают? Ну окей. Это, походу, просто, ну, сейчас телефон перезагрузим, и все будет нормально. Мне заменили батарейку на iPhone 6, она до этого у меня умирала. Вообще, ну, умирала где-то за 2,5 часа. Вчера я проходил с iPhone 3G, с включенным, было 7 часов. И как же можно посмотреть свой цикл батареек? Ну, сколько заряжалось, ваш iPhone заряжался при покупке там, еще где-нибудь. Заходите сюда, а у вас, когда вы скачаете приложение, у вас будет вот такое вот окошко, нажимаете вот сюда, Arrival Data, и тут написан цикл, у меня сейчас уже 5 циклов. А вторая строчка, это сколько, насколько жива ваша батарея. У меня сейчас телефон перезагрузить, он будет все нормально. Почему-то сейчас показывает не полностью батарею. А сверху вот эта вот строчка идет, это насколько сейчас заряжен ваш iPhone. У меня сейчас заряжен iPhone, по сути, на 97%. То есть верхние проценты врут. Так что вот так вот. Чего еще удобное это приложение? Вот это на шторке, вот это вот, есть строка, есть, то есть, как называется, баннер такой. Сейчас он обновится, можно смотреть свои проценты, то есть не надо не заходить ни в приложение, никуда, просто заходите в шторку и все, все приложения, вот видите, оп, она у нас появилась. У меня сейчас не видно, конечно, то, что отсвечивает. У меня сейчас на айфоне 97%, и это очень, очень удобно. Смотрите, какая большая батарейка от iPhone 6, почти как iPhone 2G. А iPhone 2G где-то вот такая. Даже не буду смотреть, сколько там на миллиампер у меня. И вот. Кому интересно, заходите в App Store, скачивайте Battery Life. Так, прям так называется. И так что при покупке можно установить приложение и узнать, насколько умерла батарея на iPhone, на iPad, на iPod. Это же тоже важно. Вы же будете им пользоваться при покупке бэушного iPhone. Даже, мне кажется, даже нового можно смотреть. Потому что новый сейчас... У нас айфоны пошли уже какие-то не те. Ладно, всем пока. Такое маленькое видео про приложение о батарейке. Всем спасибо, всем пока. До скорых встреч.